Вот так уже в далеком сентябре 1981 года сборная Советского Союза в финале Кубки Канады разгромила хозяев турнира со счетом 8-1. «Красная машина», а именно так западные журналисты окрестили команду советских хоккеистов, сенсационно становится чемпионом. О великой спортивной победе участники спортивного клуба «Благо» вспомнили здесь, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор». Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья с интересом послушали лекцию о событии более чем 40-летней давности. Такие победы, они очень воодушевляют и вдохновляют, что немаловажно для как простых людей, не имеющих ограничений в состоянии здоровья, так и для инвалидов. Они занимаются, потом выезжают на соревнования различных уровней. Это чемпионаты и первенства Московской области, России, ну и так далее. Физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» появился в Химках в 2005 году. С тех пор его участники регулярно становятся победителями и призерами соревнований Московской области в самых различных спортивных дисциплинах. Всего в клубе занимается около 200 человек всех возрастов. Сама реабилитация проходит в комплексе, который в себе содержит и хоккейную площадку, и бассейн. И поэтому важно поколению, которое здесь тренируется, это и бабушки, и дедушки, помнить, знать историю и передавать своим детям и внукам. Это мероприятие уже традиционно прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». По мнению участников, польза от подобных встреч несомненна. Ведь именно пример великих спортивных достижений прошлого помогает этим людям преодолевать недуг в настоящем. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.